8 квартир, из них 2 в эпицентре. Это 6-я и 8-я. Мы знаем, что нас скорой забрали, да, человека? Я так понимаю, он просто надышался дымом, но никаких ожогов пока нет. Пока я такой информации не располагаю. Мы сейчас здесь специально приехали, для того, чтобы пообщаться с теми людьми, которые здесь живут, для того, чтобы принять все меры по размещению тех людей, которые непосредственно будут нуждаться в этом. Да, это дом на балансе жилком сервиса. Естественно, город будет заниматься непосредственно восстановлением данного дома. Мы видим все восстановления кровли раз, вот восстановление перекрытий два, плюс у нас на сегодняшний день в этом доме все деревянные перекрытия, поэтому сегодня сутки будут дежурить у нас МЧСники, чтобы не было повторного возгорания. Ну а дальше будем, соответственно, приводить в порядок дом и улицу. Ускоряйте третью часть туда по человеку. Вот я. Звено, да. Ой, какой. Тут-то не сделал.